Мы сейчас заполнили полости балкфил тетриканцерам 27, дистальная 26, дистальная 24. И начинаем ее полимеризацию ИТУС в режиме МО 2 секунды. Нужно прижимать лампу достаточно близко к окклюзионной поверхности, потому что при удалении происходит падение мощности светового потока почти что в 2-3 раза, поэтому как бы вот в такой позиции это правильно. Начинаем укрывать балкфил в тех полостях, в которых мы начали работу, по частям заполняя полости, перекрывая композитным балкфилом от полости рта. Полимеризуем.